Очередь в детский сад еще не подошла. Бабушки и дедушки живут далеко, а нужно, чтобы с ребенком кто-то сидел. И желательно играл, рисовал. Или того лучше, научил писать, читать и танцевать. Теперь для чебоксарцев это вполне реально. В городе появилась отличная замена Мэри Поппинс. Центр развития ребенка «Светлячок». Сюжет об этом смотрите далее. Я с вами прощаюсь и удачных вам выходных. Летающие столы, сладости, люди-великаны и клоуны. Дети наверняка подумали, что попали в сказку. Но на самом деле в эту самую сказку попали родители. Теперь можно не беспокоиться, к примеру, о том, с кем оставить ребенка на пару часов. Или как подготовить любимое чадо к школе. В Чебоксарах открылся центр интенсивного развития «Светлячок». Центр интенсивного развития. Что это такое? Это когда детеныша могут привести в 7 месяцев и в 11 лет забрать. Но это я шучу, конечно. То есть у нас есть такие курсы вместе с мамой с 7 месяцев. Дальше группа кратковременного пребывания с 1,5 лет до 3. Чем интересны мы? Тем, что мы работаем весь день. То есть на 3 часа в течение дня можно по записи оставить ребенка, и с ним будут заниматься. Это не просто будет уход и присмотр. Кроме групп кратковременного пребывания, интеллектуального развития и комплексной подготовки к школе, здесь действуют танцевальная, вокальная, художественная студия, учат театральному мастерству, шахматам и многому другому. Впрочем, «Светлячок» – это центр развития в понимании мам, пап и педагогов. Для детей это скорее центр развлечений. Взрослые с ноткой зависти говорили: если бы такие учреждения были в нашем детстве, мы бы из них, наверное, не вылезали. А вот еще один центр притяжения детского внимания – комната «Лего». Здесь ребенок будет не просто играть с любимым конструктором, но и незаметно для себя учиться конструированию. Детям точно очень понравилось. Они отсюда долго у нас не уйдут. И нам понравилось, потому что первое заведение в городе, где есть Лего, а Лего любят все. Это просто писк моды современной детской. Очень хорошо, очень светло и просторно, очень много игрушек. Очень нравится, хочется остаться, никуда не уходить. Тебе нравится, Тонь? Еще до открытия на занятия записалось около 50 человек. Места еще есть. Впрочем, руководитель центра пообещала, если все желающие в этот центр не поместятся, то откроет еще один. А может быть и не один.